Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на канал Вишневое рукоделия. Начинаю свою рукодельную неделю новую. Сегодня уже вторник, 11 октября. К сожалению, вчера в понедельник мне не удалось ни повышивать, ни снять никакого кусочка видео. но главным делом, я сожалею, конечно, о том, что мне не удалось именно повышивать. Но было много дел всяких разных. Ну, ладно, это никому не интересно. В общем, я решила снимать опять э, неделю и хочу опять покрутить рулетку. Я не могу сказать точно, буду ли я крутить ее каждый день или каждую неделю, э, или это будет единственный раз за эту неделю, и потом я не буду ру крутить рулетку. Но э, могу сказать точно, что я, э, я всю прошлую неделю уделила вот этому коту это взгляд кота Ланард. Работа безумно классная, безумно хорошо идет, очень быстро движется. Вы видите, да, на каком уже у меня все этапе? Глаза кота полностью уже э, готовы. Тут осталось на самом деле немного. Если посмотреть вот на, на вот эти крестики, ну на самом деле я уже перевернула и вышиваю. Вот отсюда я дошла вот, вот в этом месте дошла до самой верхней точки. Все, здесь уже будет конец. А, По-моему, еще один крестик другого цвета. Ну, в общем, здесь уже э, можно сказать, что это уже конец работы. И вышивая я теперь, перевернув работу вот так. И на самом деле вышивать здесь совсем немножко осталось, но э, что-то меня уже... Немножечко, наверное, я подустала от этой работы. И для того, чтобы вернуться, кинуться с накопившимися силами и за раз ее закончить, мне нужно от нее немного отдохнуть. И как раз для того, чтобы отдохнуть, я решила крутануть все-таки рулетку и посмотреть, что мне может выпасть. А выбирать я буду из лежащих здесь работ, в том числе и кота, конечно же, здесь оставлю. Вдруг он тоже выпадет. Итак, это кот Ланарт, Мяулиза от Design Works, цветущая гортензия от Dimensions. Это насекомые от Марии Искусницы. Это фонарик от Ксении Дмитриевой. Кстати, давно уже к нему не приступала. Они, между прочим, в прошлом месяце, в сентябре, у меня был план его закончить. Но вот как я запланировала, так я его и отставила, потому что что-то тоже, наверное, от него устала, а может быть к бисеру у меня очень редко тянет, все таки я больше по крестикам. И японские карпы овен. Вот, сейчас я настрою себе рулетку, покручу и выберу, ну как выберу, она мне выберет, что мне повышивать. Вот эти все работы у меня сейчас считаются текущими процессами, которые я вышиваю по крайней мере, вышивала до тех пор, пока к коту так сильно не прилипла. Все остальные работы у меня убраны довольно далеко, и пока я к ним не хочу приступать, ну, возвращаться, ну, хочется, конечно, но, но я пока воздержусь. В общем, постараюсь продвинуть вот эти три, как три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот эти три, шесть работы, потом уже... Подумаю, над чем дальше. Ну, скорее всего, когда у меня кто-нибудь закончится, а скорее всего, это будет код, то я, может быть, что-нибудь другое еще сюда возьму из значитого начинать, пока ничего не планировала. Все, крутим рулетку. Итак, у меня все готово. Давайте начинать. Я тут немножечко уже забила все процессы и крутить. Так, звук уберем на всякий случай. Вот. Варам, пам-пам-пам-пам. О, о, мяу Лиза. Точно, да, 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 мяу Лиза. А, мяу Лиза. Я ее и хотела, если честно. О, да, очень сильно я по ней соскучилась. Там очень хорошие у меня пятна есть цветовые, которые можно повышивать. Поэтому а, к ней сейчас приступаю. Итак, наверное, надо напомнить, как у меня выглядит мяу Лиза. Вот так должна выглядеть кошка уже по окончании работы. И вот так выглядит на, мой, на данный момент моя работа. Вышита уже как положить, чтобы видно было. Вышито уже довольно много. Ну, судя по превью, наверное, около половины. Ну, если учитывать, что небо, вот это серенькое небо, то есть голубое, оно остается цветом канвы, никак не зашивается. Зашивается только вот эта часть, ее хорошо видно. Вот, здесь будет небольшой бэкстич, ну, как он большой, но довольно легкий. И Жду, не дождусь, когда уже приступлю к ее глазам. Ну, кошки и глаза, конечно, наверное, меня не манят. Что, куда мне сегодня пойти, я даже не знаю. Может быть, вот это место как раз-таки сегодня начну заполнять. Что здесь у нас? У нас тут большие цветовые пятна. Как обычно, коричневые цвета. В общем-то, ничего интересного. Горы там пойдут. Вот. Ну, конечно же, хочется перейти на шею. Не знаю, может быть, и на шею перейду сейчас. Ну, в общем, узнаете, куда я перешла уже, наверное, в конце этого сюжетика. Также напомню, какая у меня организация. Тут всего лишь сколько? 22 цвета ниток. Блендов нет. Поэтому мне хватает вот простого такого органайзера от Дубко. Пользуюсь простой коробочкой. Вот она, она у меня переезжая. Здесь ключ, фломастеры, чтобы отмечать. Мусорничка. Кстати, мусорка, наверное, надо ее освободить, потому что мусорка от Кекса. От кота. И ножницы. Все. Сейчас я прикреплю э, работу на станок. Ну, не на станок, на держатель для пяльца. Я его тоже показывала в одном из видео. И продолжу вышивать. И покажу, что у меня получилось. Нормы крестиков у меня нет. Сколько получится, столько получится. Э, поэтому все. Увидимся чуть позже. Привет! У меня второе включение. Сегодня уже пятница. Получается, вышивала я со вторника. В среду я не вышивала, у меня не было времени. И, ну, это очень маленький безумно маленькие, конечно, продвижение но мне удалось вышить вот этот кусок. Здесь очень большой разброс крестиков и очень неудобная схема. Неудобная на чем, я сейчас покажу. Вот, я думаю, что это можно показывать. А, вот, я здесь выделила оранжевым цветом. Вот такие треугольнички, они светят, смотрят вверх. Вот этот я случайно выделила, но на самом деле я его не вышивала. Я вовремя его заметила. Вот, смотрите. Тут еще есть вот такие треугольнички, повернутые вправо носиком. И вот попробуй их еще, ну, их надо будет другим цветом отметить. И не запутаясь вышить все это. Но если, например, вышивальщица вышивает без разметки, как ей в таком случае вышивать, это очень легко запутаться. Например, вот я пока не отметила, совершенно не могла глазом выцепить все эти значки и очень быстро путалась. Но так как я хотела еще крутануть еще раз рулетку, я ее крутанула. Сейчас здесь будет вставлена ставлен результат моей рулетки но я уже его знаю и мне выпали насекомые вышивать я буду вот этого жука это жужелица потому что я уже закончила сейчас вот так покажу я вышиваю на родной основе все у меня по набору ничего не меняло это четвертые пяльца от нурги четвертый размер Отсчитаю вот от этой лапки сейчас буду мучиться конечно считать потому что это вам не аида это что у нас это Линда 27-го аккаунта, тут просто вот, я вот здесь прочитала. Линда 27-го аккаунта, я буду отчитывать и постараюсь не ошибиться, чтобы все-таки было все ровненько. Вот, а по поводу вот этих названий, которые идут внизу, скорее всего, я их буду вышивать всех вместе, когда дойду до цепи, ну, чтобы все вместе вот так вышить, и это уже было все готово потому что пока мне не хочется с этим сильно заморачиваться. Все, я пошла вышивать и свои результаты покажу чуть позже. Не могу сказать, сколько точно времени я потратила на вышивку вот этого жука, жужелица. Но по сути, я посидела вчера вечер, в пятницу, и утром сегодня, в субботу, посидела, наверное, часика-полтора. И сейчас уже, наверное, минут вот 40 я довышивала, сделала немного бэка. Но бэк, конечно, просто... Особенно вот эти мелкие частички, которые вот здесь вот и вот это. Ну, ладно, это еще легко делается. Вот это вот все, вот это вот. Бэк очень непонятный. Я имею в виду, что он в серединку клеточки, в серединку серединки клеточки и так далее. В общем, очень неудобно. Но сегодня я обязательно добью весь этот бэкстич и покручу рулетку. Ну, на самом деле здесь вышивать совсем немножко именно бэкстичи. Хрестики это уже все готовы. И все, с насекомыми я, наверное, пока закончу, покручу рулетку и что-нибудь другое повышиваю. А так результат мне очень нравится. Он вышивается, именно этот жук вышивался очень быстро и легко. Да вообще, если сказать про, и про этого жука, и про этого, то они все вышиваются довольно легко, несмотря на то, что это ткань равномерного переплетения, и довольно трудно считать клеточки. А ну и вот здесь я накосячила, здесь я немножечко обсчиталась. В общем, не по горизонтали две клетки отступила, вернее, не по вертикали, а по горизонтали. И у меня вот такой получился. Смазанный усик, но думаю, не буду его переделывать. В конце концов, пусть это будет такая моя э, изюминка моего жука. Э, в, в усики на месте, просто они по-разному изогнуты. Но э, да, он, конечно, симметричный, но я сомневаюсь, что вообще жуки симметричные тоже в природе бывают. Особенно их усики симметрично стоят все следующее включение уже покажу э, конечный результат этого жука и расскажу что мне удалось повышивать на этой неделе и какие мои результаты Итак, ну вот и все, готов мой жук, это жужелица, вышивалась легко, быстро, и это, я думаю, очень хорошая практика, когда выпадает, например, на рулетке, или мне хочется повышивать сюжет именно насекомый от Марии Искусницы, вышивать его до самого конца, сам сюжетик, получается, что я от него не устаю, быстро очень идет работа, и в то же время работа двигается, появляется результат какой-то законченный, да, какой-то фрагмент. Вот, также я уже покрутила рулетку, и здесь она все это время крутилась, или, может быть, в общем, где-то в углу она крутится, и там видно, что у меня выпадают карпы, поэтому сейчас я их найду, сниму, что у меня там, наверное, просто фотографию сделаю, на какой стадии у меня сейчас карпы находятся. Вот, и уже конец видео будет о том, сколько чего я повышивала и продвижение по всем процессам на этой неделе. Итак, друзья, нужно заканчивать вышивальную неделю. Хочу показать, что мне удалось повышивать на этой неделе, и какие у меня небольшие продвижения тоже хотелось бы показать. Начнем с первой работы – это «Мяу, Лиза» она была вышита тоже не ну, у меня вообще везде немного вышита но она была Б вышита вот здесь вот это вот все вот этот небольшой кусочек и скорее всего сегодня я продолжу заниматься этой мяулизой после того как выключу камеру <laughs> ну и в общем начну следующую рукодельную неделю просто чем заниматься еще я не очень представляю может быть рулетку кстати крутану и тоже это ляжет в один из сюжетов следующего ролика вот дальше у меня были продвижения по вот этому набору это насекомые от марии искусницы я вставлю превью как они должны выглядеть и когда рулетка выбрала мне этот процесс то мне удалось вышить вот этого всего жука дальше В следующий раз рулетка у меня выбрала уже карпов от овен и здесь очень тяжело вышивать. Я поняла, почему. Потому что здесь красные оттенки. И я хотела вот сюда продвинуться. Здесь будет плавник. Он вышивается где-то полукрестом, где-то голубыми, такими розово-голубыми оттенками. И глаза должны отдохнуть. Как и вот, в этой, вот с этой стороны тоже какой-то голубой плавничок. Но... Большее количество времени я работала вот, вот в этом месте, вот этот кусок, да, здесь вышито совсем немного, но из-за того, что схема, ну это, наверное, мои такие какие-то причины, из-за того, что схема цветосимвольная, я ее зачеркивать никак не собиралась и полагалась только на то, что я буду соотносить то, что есть на схеме и то, что уже вышито у меня на ткани. И иногда я путалась, не совсем очень много времени у меня уходило на то, чтобы найти, где я сейчас вышиваю, какой значок я вышила, какой нет, потому что вот здесь, наверное, три или четыре оттенка красного, плюс еще два или три бленда между красными и розовыми. То есть вот в этом месте все разные крестики, но ну, они большими цветовыми пятнами. Сейчас я даже покажу, как они выглядят. Вот, вот эта рыба, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Это все вот разные цвета от светло-красного до темно-красного, и они очень, да, тут хорошие цветовые пятна. Их удобно вышивать, но надо было вышивать наслаиванием. А я ввиду того, что мне не хотелось сильно расплодить иголки с нитками, пыталась заканчивать нитки и, ну то есть полностью, да. И если у меня вот этот значок здесь вышелся, я перескакивала сюда, потом вышивала здесь, потом вышивала здесь, 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 здесь. В общем, пока она у меня не кончится. И уже такие, короче, я немножечко подзапуталась, но никаких ошибок не сделала. Просто я очень долго искала, где же я остановилась. Вот. Но в итоге находила, конечно, и вышивала. И от того, что это красные цвета, от красных цветов у меня глаза я поняла, что устают намного быстрее. Все, вот это все мои работы, вот так их покажу. Вот это все мои работы на этой неделе. Наверное, результат довольно-таки хороший. С учетом того, что вышивала я буквально по часу полтора каждый вечер, кроме двух дней понедельник и среду я вообще не вышивала. Ну Наверное, хорошие результаты. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Если вас что-то интересует, спрашивайте. Всем пока.